Всем привет, дорогие друзья! Сегодня познакомимся с моделью К50 «Черная акула» от компании HobbyBoss в 72-м масштабе. Модель была выпущена компанией HobbyBoss в 2007 году. Размер модели в собранном состоянии: длина 210 мм, высота 72 мм и диаметр ротора 200 мм. Количество деталей в наборе 93 штуки, всего 3 литника. На одном из боковиков показана вот такая вот простенькая иллюстрация. 14+, как всегда, человечков. На противоположной стороне еще два изображения. Уже в варианте камуфляж, артикул 87217. В наборе представлена вот такая инструкция. Одним, можно сказать, разворотным листом. С очень коротенькой справочкой о летательном аппарате. Значки, обозначения и рекомендации. И вот, собственно, вся инструкция на одном листике. Довольно простая инструкция, но все понятно. Деталей в наборе немного, всего 3 литника, один из них прозрачный и листик с декалью. Инструкция по окраске выполнена на одном листе формата А4. На одном из вариантов предлагается камуфляж. На втором просто в черный цвет. Для окраски рекомендуется использовать краски от компании Creos, в данном случае акриловые Ganza. И в этом варианте тоже краски Ganza. Далее в наборе литничок с прозрачными элементами. Качество фонарика довольно неплохое. Ровный прозрачный фонарь. Ну, в общем-то, HobbyBoss всегда славился хорошими деталями прозрачными. Здесь у нас дано остекление кабины и передней камеры. В наборе есть небольшой листик с декалью, с бортовыми опознавательными знаками, номерами и совсем немножко технических надписей. К вопросу о прозрачности остекления. Имеется небольшое преломление, но в целом остекление чистое и хорошее. Декаль также прекрасная, проложена калечкой. Первый литник из набора. На нем содержатся детали вооружения, детали лопасти ротора, шасси, выхлопные коллектора, пушка, подвесы и всевозможная мелочевка. Модель в 72-м масштабе, довольно недорогая. И для своей цены я считаю, что качество вполне себе неплохое у данной модели. Бывают модели за те же деньги намного хуже. Мне в целом понравилась такая моделька на пару-тройку дней, на пару-тройку вечеров построить можно легко. Все толкатели с обратной стороны деталей, не с лицевой. Все выполнено замечательно и аккуратно. Присутствует некоторый облой на некоторых деталях, совсем слегка, но это не критично. Тем более, что модель выходила в 2007 году. Но по-прежнему остается в хорошем качестве. И последний литник из данной коробки содержит элементы фюзеляжа вертолета и вооружение и элементы кабины. Напомню, модель довольно простая, содержит всего 93 детали. В дополнение к этой модели можно приобрести автомаркет, как минимум фототравление. То, что я видел, это фототравление от компании Ace. Точно есть, немножко смолы на нее присутствует. Также данная модель была перепакована компанией ARK, и как раз там вложены аксессуары. Это контейнеры Нурсов. И посмотрим поближе детализацию фюзеляжа. По-моему, вполне неплохо. Есть и клепочка даже. Все аккуратно выполнено. Может быть, слегка размыленный крой по кромкам, но это не критично. Читаться после окраски это будет все довольно хорошо.
А на этом у нас сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Заходите в наш Инстаграм. Все ссылочки в описании. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Say it's true, don't matter to me.